Привет всем! Сегодня я хочу показать, как я полирую машину. Напомню, это не учебное пособие. Вот есть покрашенная машина. Нужно полировать капот и крылья. Что для этого надо? Барашек, поролоновый круг, 3М-овская паста. Пользуюсь только ей. И, естественно, наждачка. 1500 сбить пылинки. Ну, и это под полировку шлифовка. 3М-овская 2000 наждачка. Для начала затираю все 1500. Заметьте, никаких мочалок. Только рукой вода, чтобы чувствовать, если попадет песочек. Теперь шлифую под полировку. Использую только 2000 и только 3М-овскую наждачку. Она мне больше всего нравится своим качеством. Ну вот, машина затерта, и я приступаю к полировке. Сначала прохожусь барашком, чтобы убрать риски. Заметьте, после наждачки без барашка заполировать машину очень трудно. Ну, а затем поролоновым кругом добавляем блеск. Ну вот, машина и заполирована. После сборки пройдусь еще воском. И все будет окей. Пока всем.